вчера услышал новости про то, что некий союз офицеров России обратился к президенту другой страны, к президенту Казахстана, Касым-Жомарту Токаеву, с обращением прекратить дискриминацию русских, перестать беспокоить женщин за прилавком. Вот этим офицерам России разных национальностей, я надеюсь, в том числе бурятов, якутов, татар, башкир, чеченцев, ингушей, хотел бы обратиться со следующими словами. Вы, прежде чем делать глупые свои заявления, иногда проверяете и факты. А факт очень простой. В Казахстане 30 лет дискриминируются права единственного коренного этноса Казахстана, казахского народа. Казахский народ, казахскоязычные граждане на своей родине, в Казахстане, в независимом государстве, не могут получить обслуживание на родном языке, который имеет статус единственного государственного языка в любом магазине, в любом ресторане, в любом месте, пункте, сфере обслуживания. Вам в голову когда-нибудь придет в России, чтобы, не знаю, там, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Рязани, в Владимире, Туле, в Воронеже, в Брянске, чтобы кто-нибудь вам отказал в обслуживании на родном, на государственном, на русском языке? Какому-то идиоту может за прилавком прийти в голову, сказать: нет, я по-русски не понимаю, не могу вас обслуживать? И будет обслуживать вас только на китайском языке. Вы этого хотите, что ли? Вы этого у себя не хотите, но вы хотите, чтобы было так во всех других республиках. Но это называется идиотизм под названием шовинизм, высокомерие к другим народам. То, что можно для России, для других непозволительно. Почему, оказывается, казахскоязычному гражданину нужно заходить в первый магазин, не нашел за прилавком продавца со знанием государственного языка, пошел во второй магазин, не нашел, в третий, в четвертом нашел? Это что за дела такие? Мне, допустим, что-то нужно продать, допустим, не знаю, купить для велосипеда, не знаю, кепку, одежду, продукты питания, выпечку. И за прилавком нету человека, который мне может объяснить, что они продают и что мне надо, и по какой цене. Простой вам пример. Я спрашиваю, сколько стоит вот та булочка? Чего? Говорите нормально, по-человечески, дейді маған. Я говорю, это по-казахски я спрашиваю, а мне отвечают вот так. Я говорю, а вот та выпечка, она с яблоком или с вишней? Она с чем? Внутри. По-казахски. Опять не понимает. Сколько в Казахстане нужно? 30 лет прошло. 30 лет надо снова ждать, что ли? Во всех школах преподается казахский язык усиленно. Работодатели не испытывают никакого дефицита в поиске специалистов, тем более продавцов, со знанием казахского языка. В стране свыше 30 тысяч одних только русских, которые владеют казахским языком. Теперь дальше пошли, господа офицеры России. У вас там внутри России все нормально? У вас сколько коренных народов?
У вас 136 коренных народов. Русские и 135 нерусских коренных народов. Коренные народы – это те народы, которые занимали эти территории еще до прихода русских. Вы эти территории, ваши предки, офицеры, оккупировали эти территории. Территории Якутии, Бурятии, Чечни, Ингушетии, Дагестана. Я не буду напоминать про Кавказские войны. Оккупировали, силой нахрапом забрали, сломили. Теперь что получается? В 20 веке появился лозунг Ленина «Самоопределение народов вплоть до отделения от России». Любого коренного народа по его желанию. 135 коренных народов не получили автономию в России. Не получили ни автономной республики, ни союзной республики, ни автономной области, ни даже автономного округа. И даже еще ниже возьмем, даже не смогли получить статус даже национального района. Только 20% из этого числа смогли получить республики, автономии и так далее. 80% не смогли получить. И представители этих народов служат на равных вооруженных силах Российской Федерации. Они отдают свой долг, но долг платежом красен. Россия им не платит. Россия не платит этим народам долги. Она не отдает им автономии, она не дает им защиту коренного языка, она им не дает государственного статуса языка. Эти бедолаги, народы, нищие, на своей богатой земле с минеральными ресурсами, они нищеброды. Россия выкачивает алмазы Якутии, выкачивает нефть Ханты-Мансии, несчастных, которые стали нелюдями на своей земле. Выкачивает нефть, газ Ненецкого округа, Таймырского, Ямальского округа, Татарстана, Башкирии, Чечни и многих других республик. Минеральные ресурсы, уголь, алтайцев, тилингутов и других. Вы хоть знаете понятие слова Кемерово? От чего? Кемер. Уголь на тюркском языке. И так каждое место. Так вот, вы у них забрали ресурсы. И этим народам ничего не достается. Вы забрали у них автономию. Еще и ликвидируете автономию. 6 автономий ликвидировал Путин в 2005 году, 2006 и 2007 году, за 3 года. А в этом году, вот прямо сейчас, он ликвидировал наполовину территорию Республики Мордовия. Это самый несчастный народ, наверное, вместе с татарами в России. Украинцев, татар и мордовцев, вот среди мордвин, среди всех 135 народов практически, они их использовали, насиловали. Использовали как подручных в колонизации других народов. Распыляли, отправляли в командировки, отправляли в Якутию, в Татарстан, не знаю, там, в дальние края, в Ханты-Мансию, в Бурятию, в Туву, в Хакасию. А в итоге они потеряли контроль над своими республиками. В итоге их лишают национальных школ. На сегодняшний день, господа офицеры, ни у одного из 135 народов нету национальных школ. Я в конце этого видео прикреплю видео, что такое формальные, так называемые национальные школы в Российской Федерации. Это, по сути, русские школы с русскими учебниками, куда просто собрали представителей коренного народа в каждой республике. Вот и все. В Российской Федерации существует порядка 50 тысяч русских школ.
и ни одной, ни казахской, ни украинской, ни бурятской, ни якутской, никакой школы. Отменили еще и обязательное изучение коренного языка даже в русских школах. А я вам скажу, как это связано с сегодняшним вопросом в Казахстане. Вот почему вот эти продавцы не знают казахского языка. А потому что такой же идиот, как Путин, в советское время на территории всех республик Советского Союза отменил обязательное изучение коренного языка. И вот таким образом в Казахстане в русских школах перестали изучать казахский язык. Думали, что создадут им комфортные условия, льготные условия. Что получается в итоге? Продавцы и их матери обрадовались, что не будут изучать казахский язык в школе, не изучали его. А потом, когда Советский Союз распался, они оказались на бабах, в дураках. А кто их подставил? Москва их подставила. Москва сейчас подставляет русских в Бурятии и в Якутии. Что будет, когда завтра Российская Федерация, как империя русская, распадется? Что будут делать русские в Якутии и в Бурятии? В Чечне, в Ингушетии, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, в Адыгее? Что они будут там делать? На кого они будут жаловаться? И вот те офицеры, которые пришли в армию из национальных республик, из числа коренных народов, чьи народы грабились Москвой, Россией, материально, грабились духовно, забирая язык, забирая право на образование, возвращаясь к старым царским порядкам, вы там у себя наведите порядок. Уберите свой нацизм, фашизм, расизм внутри российских порядков. А потом начинаете что-то говорить. Вы пока морального права не имеете что-то вякать всем другим республикам бывшего Советского Союза. Теперь, что бы я сделал на месте того же Союза офицеров России? Я бы обратился к Путину и сделал бы обращение. А давайте мы заключим мирные соглашения, мирный договор. Начнем с Казахстана, потом с Грузией, с Украиной, с Белоруссией, с другими республиками и так далее. А какой это мирный договор? А мирный договор заключается вот в чем. А почему бы в Российской Федерации в 12 приграничных регионах с Казахстаном не ввести обязательное изучение казахского языка? И уже совершенно другая атмосфера возникает в отношениях. Русские знают даже в Российской Федерации казахский язык. Дипломаты, которые отправляются в Казахстан, блестяще знают казахский язык, даже не являясь там тюрками, казахами и так далее. На границе с Украиной во всех 8 регионах, которые граничат с Украиной, вести обязательное изучение украинского языка. Во всех 2-3 регионах, которые граничат с Белоруссией, в том числе Брянская, Смоленская, так, еще какая там есть? Нижегородская, по-моему, или Псковская, да, Псковская. Вот в 3 областях вести обязательное изучение белорусского языка. Если вы так ратуете за то, чтобы хотя бы со славянскими республиками было хорошо, так вы их хотя бы начните уважать. Как вы будете требовать или просить русский язык в других республиках, если вы их языки не уважаете? Украина имеет на территории Российской Федерации 7 регионов, где половина областей имеет украинское происхождение, где украинцы имеют этнодемографическое большинство в половине районов этих областей. Речь идет о Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской,
Ростовской областях, Ставропольском крае, Краснодарском крае, в Крыму том же самом. Почему вы не можете ввести в Крыму обязательно изучение крымско-татарского языка во всех школах, русских, нерусских, во всех школах? И будет вам счастье, и будет вам ответное добро. А пока на сегодняшний день вы не хотите слышать о том, чтобы казахи обслуживались на родном языке в любом магазине Казахстана. Вы со своим шовинизмом воинственным, воинским, далеко не пойдете. Вы быстро доползете до своего первого гроба в чужих странах, в том числе в Казахстане, если вы туда придете с мечом, от меча и погибнете. Как сказал славный сын Золотой Орды Александр Невский. Вот человек понимал дружбу, хотел изучать тюркский язык, знал казахский язык. И все его дети и родители знали казахский язык. Половцы, печенеги. Куда они делись? Они все растворились там. И они являются коренными народами. Я не говорю про булгар, про татар, про башкир и так далее. Про ногайцев, чей народ вы полностью истребили в России. И чьи земли потом, на опустевшие земли, переселяли кого? Запорожских украинцев, немцев, голландцев, так, калмыков. Кого еще переселяли? Так ведь было дело. Русских заселяли. Вы поймите, со своим великодержавным имперским моментами, со своим высокомерием, вы ничего не добьетесь. Живите в дружбе с другими народами. Наши 29 сухопутных бригад будут вас ждать, если вы сюда придете, если вы начнете пищать о том, что здесь якобы тоже вторая Россия и так далее. Здесь нету, как Путин говорит, что границ у нас у России нет. Есть границы. И если надо, мы можем ее очертить кровью. Кровью захватчика и агрессора. И весь народ тотально будет вести партизанскую войну, если надо. Тотальную защиту, тотальную оборону. И вам Вьетнам мало не покажется. И Финляндия рядом с Казахстаном мало не покажется. И Афганистан вы сразу вспомните. И у вас будут полухать 7,5 тысяч километров. И вспыхнут Татарстан, Башкирия, Якутия, Бурятия, которые мечтают выйти из России, из Русской империи. И как только здесь появится первый российский захватчик, все 135 коренных народов Российской Федерации получат живой шанс уйти из русской тюрьмы, которую большая тюрьма уже провалилась в 91 году. И она снова провалится. Поэтому с огнем в вопросе, где тюрки находятся на границах и снаружи, и снутри, а им помогут и финно-угры, и кавказцы, и тунгусы-манжуры, северные народы, я думаю, шутить, наверное, не надо. Очень трепетно, очень бережно относитесь к тем отношениям, которые сложились между Казахстаном и Российской Федерацией. Это пик. И если вы своими неосторожными словами и, не дай бог, какими-то враждебными действиями будете что-то двигать, будет крест на добрых отношениях между русским и казахским народом. Каждый продавец в Казахстане должен знать два языка.
Если вы хотите знать про интернационализм, а в Афганистан входили под словами «интернациональный долг», то, наверное, каждый интернационалист должен знать минимум два языка. Свой родной язык и коренной язык, в котором ты живешь. Независимо, ты живешь в Казахстане, в Узбекистане, в Молдове, в Украине или в Бурятии, в Татарстане, в Башкирии, в Якутии, в Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Карачаево, Черкесии и так далее. В Элисте, в Калмыкии вы должны знать калмыкский язык. В Бурятии должны знать бурятский язык. И точно так же я призываю всех патриотов, как союза офицеров из числа коренных народов Российской Федерации, так и гражданских людей. Поднимайте вопрос защиты коренного языка во всех коренных территориях, во всех коренных республиках, автономиях. В Бурятии пусть продавцы обслуживают на бурятском языке каждого. Не только на русском, но и на бурятском. В Якутии пусть продавцы обслуживают не только на русском, но и на якутском. В Ингушетии не только на русском, но и на ингушском языке. Хватит терпеть дискриминацию коренных народов. Хватит терпеть русский шовинизм, расизм, фашизм, высокомерие. Пора указывать им на место. Интернационализм, интернационалистам, которые уважают коренной язык и уважают и родной язык, хош килдинс, мы всегда будем рады. Те люди, которые не уважают коренной язык, не уважают родной язык, стали манкуртами, таких никто не будет уважать. Таких будем мы презирать все вместе. Все 135 народов внутри Российской Федерации и все 15 бывших республик Советского Союза. Поэтому свое обращение скомкайте и выкиньте в мусорный ящик. И пишите новое обращение с прощением казахскому народу, с пониманием, с обращением к продавцам, чтобы они знали два языка. В каждой республике, как внутри Российской Федерации, так и два языка в каждой республике бывшего Советского Союза. И обращайтесь к Путину, чтобы наконец-то появились национальные школы во всех 135 территориях. Автономии во всех 135 коренных территориях коренных народов. Зачем им жить внутри Российской Федерации, если они ничего не получили? Ни автономии, ни республику, ни язык, ничего. Ни национальной школы. Зачем им? Вам что, нужна Россия для русских? Без 135 народов? Вам нужна Бурятия без бурятов? Вам нужна Якутия без якутов? Вам нужна Чечня без чеченцев? Ну, бросьте ядерные бомбы. Или биологическое оружие придумайте, значит, русские в сторону, живые, а остальные пусть вымирают. Сделайте такой заказ. Или биологическое оружие. Чего вы хотите? Поэтому коренным народам, поймите, нынешний российский, я хотел сказать расистки в России, хотя российский и российский сегодня сливается в одно слово. Этот режим не поумнеет. И может быть после революции с демократами нужно будет еще воевать, потому что среди них тоже половина это шовинисты. Но по крайней мере появляется шанс уйти из русской тюрьмы под номером 2. Из малой российской тюрьмы. Мы, казахи, грузины, молдаване, украинцы, прибалты, литовцы, латыши, эстонцы, все убежали в 91-м году. А вы не смогли, татары, буряты, чуваши. Почему? Потому что вы внутри тюрьмы находились во внутренней тюрьме, в ШИЗО. Мы смогли выйти, мы потому что были на общей территории, внутри тюремной. Но мы, как бывшие зэки,
как бывшие каторжане. Мы помним о вас, и мы в ответе за вас. Мы, молдаване, латыши, грузины, литовцы, азербайджанцы, казахи, узбеки, таджики, мы помним, что такое была русская тюрьма, когда она закрывала множество узбекских, казахских, молдовских, литовских школ. И мы думаем о тех зэках, которые остались в нашей старой тюрьме в лице ШИЗО. А бывшие каторжане обязаны помогать словом, делом, письмом, передачками, материально, советами, умом, грамотностью. Так что, ребята, 135 моих братьев, при первой возможности, если вы убежите из русской тюрьмы, я буду вас благословлять. И мы будем вам помогать. Другие народы, может быть, этого не понимают, там Британия, Франция и так далее. Но мы, бывшие республики Советского Союза, мы понимаем всю боль, всю горечь того, что творится с языком и с национальными школами и с автономиями у 135 коренных народов. Поэтому, ребята, учите этих русских шовинистов уму-разуму. Рахмет вам!